Хей, угайс, мышонки, мы продолжаем родить руку под названием Го Комоли 2. И мы с вами в аду, и мы научились всем способностям. Теперь мы просто лазим, все изучаем. Сейчас нам нужно очень деньги. Очень сильно. О, сундук. Так, мне еще нужно 400, да? О. Я на всякий случай сюда пришел, потому что фиг его знает. На 950 надо. Да. Неожиданно. Готово. А что у нас снизу? Ни хера не понял. Так, какой-то демон впереди у нас будет потом. Побежали. Кто это будет? Кто же? О. Помню, ребята. Не, лучше пускай так будет, потому что это жесть. Его в первую очередь нужно уничтожать.
Эй! А, мне не дадут ничего. Найс. Найс. Чу-чу-чу! Теперь всем жопам. Жопа там, у кого я взорву. Я даже хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Найс! Так, а я могу и наверх, да, по идее? Ого. Но... Серьезно. И как? Так я уже сундук разбил. Хера себе. Ай, блин, чё я туплю? Смотрите, сейчас этого раздавят. Нужно не забывать то, что я могу использовать полет как орудие. Так, а теперь прокачивать будем петушка. Думаю. Думаю. Yeah.
типа я могу еще этот прокачать. Бросок. Возможно, схватить. Ну, блин, не знаю, как вот этот, по идее, бросок использую всегда. А-а-а. Нихера тут механизмы. Видите, оно тоже энергию растрачивает. Уп. О, почти наткнулся. Потому что я там не знаю, сколько оно держится. Я забывчив. О, ну хотя бы этот. Хотя нет, хотя бы не этот. Да идите в жопу! Своими бомбами. Фух. Ну отцепись же ты от стены. Как он меня бесит. Тихо, деньги. Плохие новости. Избранный золотой червятник. А, злой стервятник теперь орудует вместе с неудержимым Кактуардо. Только не вешай нос. Даже древнее оружие поможет тебе его одолеть. Пророчество сбудется. Ты спасешь нас от птицы, чьё имя нельзя назвать. Ступай же, избранный. Скоро ты обретешь древнее оружие. Ну ладно. Древнее орудие. Пуляться яйцами. Ну как вариант, я могу сразу пойти налево, но там есть, смотрю, еще что направо.
сверху. Ну, мне, в принципе, туда и надо. Самое гадкое и сырое место в мире. Ну, давай. Ага. Суидадо, do not enter away. Turn back for your own sanctions. Возвращайся обратно. Cough away and dash dunk. Language no joke. Final change to turn back. Почему самая гадкая? Ты все-таки поперся в унылые пещеры? Хуан, я у Айчивы из самой унылой пещеры в мире. Ты слишком упрям, поэтому я решил отправить тебя страдать. Самое гадкое сырое место во всей Мексик-вселенной. Гату Грунен. Кэт Фуд. Мичас Говет. Вот это отсылка. Миссинг потерялся. Лейтинг Гик. Использовать мемы в своей работе могут только лентяй и бездельники. Еще бы стоковые картинки скачали. О. Педрот Бир. Мишка Педобир. Тоже отсылочка. Туф. Мемы в играх ни разу не смешно. Ими пользуются ленивые разработчики, которые не могут придумать нормальные шутки для зрителей очередной летсплеера с Ютуба. Фейстоп 7. А это не в Гуакамоле случаем? Ту его куча отсылок. Док. Выключите Гуакамоле через 10 минут, потому что мемов было слишком много. СМР 00. Вот поэтому я и не хочу его покупать. Сама по себе игра может и неплохая, но эти мемы повсюду уже бесят. Грит Карасон. Такую хорошую игру запортили баянами 6-летней давности. Было бы круче, если бы убрали все эти идиотские мемы. Оно унылое. Сакре Сакремс. Божечки, эти мемы вообще не смешные. Самые настоящие баяны, которые всю игру испортили. Я бы на месте разработчиков удалила всю эту хуйню из игры. Может, есть кто-нибудь, какой-нибудь мод, который удаляет дурацкие мемы? Сергир. Локо-локо. Хейл Худро. Что, уже прочел? И даже не возмущаешься? Ну и ну. Ты точно все 9 увидел. Видимо, тебе не задевает, когда в интернете кто-то не прав. Но нос все равно не задирай. Ты просто привык к такой сырости. А я родился в ней. Был воспитан ею же. А мое оружие называется мемы. Не мемами, а мимами. До тех пор, пока я не вырос. Понятненько. Унылое измерение. Не знаю, но если в этом есть отсылки, почему бы и нет? Типа мне-то все равно. Ад. Темнейшее измерение. Смотрите, мы в этом аду третью серию уже пойди гасаем. Oh, my God.
Что-то как-то мы долго поднимаемся, все выше, выше, выше. Но очень долго это все дело. Мексиканские воители. Так, минуточку, а как мне... Понятненько. Легко. Легко. Нелегко. Или все-таки легко? Мне еще и хватило энергии, нихера себе. А ну, хочу посмотреть, как это происходит. А, то есть он по всей округе бьет. Понял. Это сильный враг, новый враг, сильный враг. Ладно. Уху-ху. А как мне... А, я могу все-таки так делать. Ну, я не сказал бы, что вот это был сейчас легкий момент. Тут главное вовремя сообразить, когда чё, что да как. Но я понимаю, что потом будет намного сложнее все это дело. Thank you.
Ну, главное тайминги. Подожди. Ладно, я понял. Сейчас покажу, что я придумал. И все. Знаете, хотя это даже не испытание, но это очень сложно. Что придумаете? В принципе, я все равно уже открыл все, что я хотел. Поэтому как-то уже без разницы. И я дошел до вершины. Сейчас узнаем, какой будет как раз здесь босс. Ох. Демоническое перо. Вот это веселая вещь, когда ты играешь курицей монстром. Это оружие, да, ихнее? Мы приперли злого стервятника и его прихвостнем к стенке. Но древнее оружие куда-то запропастилось. Без древнего оружия нам победить не видать, победы не видать. Может, его обратили в предыдущие зале? Тебе случайно не попадалось на глаза гигантское перо? Дороже
недюжинную силу любому, кто его коснется. Ого. Ты отыскал древнее оружие? Ой, и ты ему уже воспользовался. Ой. Что ж, ладно, мы их окружили. В этом проходе, пожалуйста. Ну давайте, прежде чем пойду к боссу. О, бесстрашный избранный, соберись с духом, пройди сквозь эту дыру, там птица, чё имя нельзя назвать. Ладно, 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 поехали. Боссов побеждаем и все. Постой-ка, а ты тут откуда взялся? Если честно, я даже не знаю, где это тут и кто такой ты. Все-таки не туда мы свернули по прошлому перекрестку. Подожди, так. Подожди, жать S и прощелкай то, что я скажу. Послушай, мне плевать, что ты там вытворяешь, этот Сальвадор. Но он помогает мне обламывать коготки дуром иллюминатом. Так что если ты собираешься ему помешать, то помешаешь и мне тоже. Как Туарда. А золотое яйцо все еще у тебя в брюхе. Замечательно. Нужно беречь его, как зеницу ока. Из этих людишек золотое яйцо грозит опасность, так что их нужно уничтожить. Ха. Ага, давай разберемся с ними поскорее. И найдем уже выход из этой клоаки. Так, вопрос, а как мне это уничтожать херню? Чё-то я как-то малёха ни хера не понял. Хм. Ну, птица, окей, птицу можно одолеть легко. Да блин, я вообще-то атаковал первый. Так, ну короче, я понял, мне птицу надо сбить. Yeah.
ё-моё, надоел. Лучадор, хорошая попытка. Однако у тебя большие проблемы, потому что ты еще не знаешь всей мощи Кактуарда. Кактуарда, разберись с этим болваном. Хвала небесам. А вот и золотое яйцо. Золотое яйцо, золотое яйцо. Лучадор, если... Ого. Я в порядке. Подумаешь, небольшая царапина. Ага, это вторая часть ключа. Яйцо, оно выбрало тебя. Оно даровало тебе фрагмент особого ключа. О, избранный. Удастся ли тебе отыскать все фрагменты ключа? Тому, кто соберет... Особый ключ суждено открыть важную дверь. Да, конечно, открою. Мы смиренно склоняем перед тобой свои головы, о избранный, потому что как недостойны смотреть тебе в глаза. Вот и все, пойди. Давайте выйдем, пойди отсюда, сохранимся. Нам один фиг потом собирать, ну, ходить во все локации, снова собирать все, что есть. И снова здравствуйте. Я так понимаю, шахты лифта тебе мало. Что ж, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Теперь можешь проходить, если хочешь. Приготовься воспариться от восторга при виде настоящего чуда инженерной мысли. Это оно есть? Ну что, я думаю, тогда на этом мы с вами можем закончить. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.